каждом матче надо выходить, стараться, играть, забивать. Ну а дальше уже пускай оценивают болельщики и остальные люди. Я первый год в этой лиге. Я очень приятно удивлен. Именно за счет того, что уровень очень большой. Очень большой. Мне понравилось. И я думаю, что следующий сезон я вновь вернусь сюда. Впечатление от финала, знаете, такое двоякое. С одной стороны, финал, да, красивая игра. С другой стороны, проиграли, да. Ну, серебро, да. Но, скажем так, проиграли, но думаю, в следующем году станем сильнее и будем стараться выигрывать. Попасть опять в финал и выигрывать финал. Очень сильно понравилось, очень хорошие эмоции вообще. Переполняла, даже домой приходил и жене, детям рассказывал, как здесь хорошо и как здесь интересно было.